Первое ощущение было, как будто я попал в какой-то Пакистан или Ирак. Если что, я просто спрячусь где-нибудь, переждать, переесть, зарядить телефон и пойти дальше. Бежим, бежим, бежим. Фух. Я живу в городе, который находится примерно в часе езды на автобусе от моря. На машине мы доехали от аэропорта до моих апартаментов примерно за 40 минут. Столько же потребуется на собственном личном автомобиле, чтобы доехать до моря. Опять же, обратите внимание, что везде вокруг зелень, куда ни глянь. Везде все зелено. Деревья, кусты. Сейчас я вам покажу. Мы прям находимся рядом с e-байком. Класс. Хочется сесть на него, угнать и уехать к морю. Вот, но полиция здесь бдит. Очень сильно, очень строго. Вот ездят люди на этих e-байках постоянно и везде. Даже в торговых центрах они заезжают на скейтах, на роликах. Постоянно они на чем-то ездят. Еще очень популярны зонты. Люди ходят с зонтами. Не потому, что здесь дождит часто, они больше прячутся от жары. Вот наш знаменитый e-байк, который можно видеть. Стоит он недорого. Если перевести на рубли, то выйдет около 10 тысяч рублей. Сплю я обязательно с кондиционером включенным, просто в другой комнате. Потому что невыносимо спать. Даже ночью температура падает не сильно. Но, насколько я знаю, начиная с этого дня, шторм не просто так пришел, начиная с этого дня погода будет становиться немного холодней, что, собственно, спасет мне жизнь.